Всем привет, ребят, с вами я, Максифа и Роберт. Да, ребят, он возвращается на мой канал, если вы его, конечно, не забыли. Кстати, забыли. Ребят, сегодня у нас 10 способов забить углового. Я это нигде не видел на YouTube, и у Германа не видел. Так что не говорите, что я какой-то плагиат. Все, ребят, поехали. Все, ребят, поехали. Первый способ – это обычный удар. Like a boom. Ребят, второй способ, нифига себе какой классный, это через себя. Давайте. Третий, ребят, это простой способ, головой. Подавай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Удар не глядя, только с лету. Смотрим. Удар не глядя, с лету, давай. Да, удар пяточкой. Итак, седьмой способ – это забить спиночкой. Сейчас мы забиваем, это у нас девятый способ, животом. Так, ребяточки, последний, десятый способ, удар плечиком. Всем спасибо за просмотр, с вами был я, Макс, и с вами был Роберт. Все, ребят, если вам понравился этот эпизод, поставьте большой лайк. Подписывайтесь на мой канал, также на подписывайтесь на канал Роберта, на котором ничего нет. Но будет. Если наберете, давайте 15 подписчиков, я вас умоляю. Переходите на мой канал, просто подписывайтесь, я когда увижу 15 подписчиков, я сразу выпущу там видос, так что, все, давайте, ребят, ссылочки на инстаграм в описании, и на мой тоже, да, там подписывайтесь, там, мы старались для вас, все, давайте, пока, давай. Закрывай.